Всем доброго веселья. Это я, ваш достопочтенный слушатель, Еремка, ёкарный бабай. Еду сейчас в автомобиле, и зародилось глубокое желание прям взять сейчас и записать прямой эфир. Вот пронаблюдайте ситуевину, которая происходит спереди. Вот видите, автомобиль стоит, вот этот черненький, а вот за черненьким автомобилем вот такой вот мудозвончик. Вот он веселенький мой, хорошенький, да, вот на Кашкай едет. Ну что я могу сказать, ребята, не нужно быть залупой. Вот сейчас я хочу опять сюда пристроиться, посмотрим, как он будет себя вести. Молодец, исправляется, сосусуля. Ребят, ну если человек перестраивается, ну чё гудеть, чё мундеть-то? Притормози, ёшкин кот, пропусти человека. Я считаю, если каждый человек будет друг к другу так относиться с уважением, пофигу, что он мчится. По барабану, что там люди опаздывают, по встречке, да то успокойся, пропусти всех. Всех пропусти, и будет хорошо, все будет, ёкарный бабай. Я лично призываю к вот этой ответственности. Все такие, блядь, я прошу прощения за ля франце, строят из себя таких, типа, они такие правильные, мы, короче, типа, правильные такие, мы не будем пропускать того, кто там влезает куда-то. Да вы мудаки, ребята, вы мудаки редкостные, вы создаете говно на дороге, те люди, которые идейные мудаки, из-за вас аварии, пробки, вся фигня. У меня, короче, на районе сметалки еду. Так, что там у меня моргает? У меня там дорога широкая. И справа можно нормально ехать, понимаете, справа. Но есть мудаки, которые справа встают и медленно едут, чтобы типа тот не поехал, и там он будет... Ёпамай, вы чё, блядь? Из-за вас всё говно. Вы думаете, что вы добро делаете, а вы мудаки. Стопенно. Сейчас я быстренько двойную сплошную ебану. Малой, давай, не ссы, проходи. Видали? Добро. Добро надо делать, ёкарный бабай. Все, я сейчас залетаю в зальчик. Там я как начну тягать там всякие штанги-манги. Бля, главное не блевануть, на. Вчера опять наебенился. Да, это хочу, это, к лету подмандить там все, чтобы все было нормально там. Бицуха, не бицуха. Че, вы там что-то лепите, меня пишете, мне это читать-то не особо когда. Тут у меня вон какая дорога. О, что-то... Нифига себе, нормальный гелик. Бандус какой. Что-то у меня, я не пойму. Система лагает. То одно, то второе. Но... Сука, нигде не припарковаться. Вы что сегодня все решили закачать свои сисяндрики? Извращуги. Все, ребята, всех кисую, всех писую, всех сосую. Пока. Ёкарный бабай, неувязочка. Придется задом чалить. Ну ладно. Чё мы пацаны, это самое, не гордые, можем и назад сдать, понимаете? Я говорю, главное в залупу не лезть, и все будет в елочку. Рассылую.